Ребята, всем доброе утро. Я сейчас буду краситься, уже принесла все, что мне нужно. На самом деле я уже давно-давно проснулась, я уже сходила, помыла волосы. И, короче, засела я в комментариях на влоговом канале. Я почитала на бьюти-канале, почитала на влоговом и... Там очень много, не то чтобы очень много, просто была переписка двух моих подписчиц по поводу образования в Европе и в Испании, вот, и мне... Я, короче, ответила, как смогла, так и написала, но я все же, наверное, сделаю отдельное видео по поводу обучения, по поводу платное, ну или бесплатное, потому что здесь тоже есть свои нюансы и есть интересного, что рассказать, потому что я посмотрела на Ютубе видео различных людей, которые рассказывают о обучении в Испании, и я где-то, наверное, на процентов 60-70 не согласна с тем, что они рассказывают, потому что я через все это прошла, я это знаю, как все свои... Сколько у меня? 20 пальцев, вот, и все-таки я думаю подготовиться, именно посмотреть, как это все по-русски называется, чтобы доходчивее вам рассказать и объяснить, и обязательно сделаю на эту тему видео. В общем, я столько просидела за компьютером, что уже, блин, уже время, уже я бы уже давно-давно собралась, уже бы позавтракала, уже бы что-нибудь отсняла на бьюти-канал, но, в общем, как-то у меня все так сегодня... пошло не по плану. Ну ничего, у нас сегодня еще очень пасмурно и... А, у нас дождик даже моросит. Так, видите, все у нас такое. Би-би-би. Скоро будет уже весна. Я думаю, сама на Санта, когда у нас Пасха здесь в Испании будет, я думаю, детишки, наши соседи уже повылазят на свою террасу. Она у них огромная. И... Будут уже гулять, потому что у нас у соседей двое детей, которые под нами живут. В общем, погодка сегодня не ахти. Я сегодня одела свитерочек. Он такой легенький, но все же, потому что в рубашке, я думаю, уже будет прохладно. Температура упала. Вот, ладненько, буду я краситься. Я так все никак не соберусь. Так, я люблю делать это в зале, потому что здесь окна большие, освещение прекрасное. И плюс я на заднем фоне у меня телевизор работает, вот. Я уже готовлю обед, точнее он у меня уже практически готов. У нас оставалась рыбка. Я сделала такую вот подливу, соус даже сливочный с рыбой. И варю макароны, они вот такие вот огромные ракушки, они сейчас увеличатся в размере. И, в принципе, обед у меня готов, потому что Ваня придет с университета, я как раз убегу уже в свой институт. И я сейчас буду завтракать, ну, у меня такой завтрак-обед, у меня здесь омлет. Помидорами и сыром. Я поняла, что я очень давно не кушала омлет, очень как-то захотелось. И чай у меня здесь стоит. Так что я буду кушать. Всем приятного аппетита. Ух, у нас вообще прям вообще потемнело. Все такое черное, темное. Видите, небо какое у нас прекрасно, замечательное. Вот, я сижу здесь, занимаюсь. У меня сегодня будет... экзамен по технологии. У нас мы сейчас проходим раздел физики. Вот. И я здесь читаю, смотрю формулы, пересматриваю все задания, которые нам давали. Распечатала все задания с ответами, потому что после того, он нам, как бы у нас учитель дает нам лист с заданием, да, мы его разбираем в классе, он объясняет, у кого какие есть вопросы по этому поводу. И у нас через интернет есть... можно так сказать, учительская, я просто не знаю, как это правильно назвать, и там он туда загружает всю теорию, которую мы проходим, все задания и решенные задания. Я вот сейчас распечатала, точнее, я уже их давно распечатала, я просто их сейчас пересматриваю, еще раз просматриваю, как все мы это делали. Ой, потому что на самом деле формул огромное количество, и заданий у нас по ходу будет 5 или 6, и достаточно таких длинных заданий, длинные задания будут, поэтому
Я здесь готовлюсь, выписываю различные формулы, чтобы их лучше запомнить, когда я много раз пишу одно и то же, я очень быстро это запоминаю, вот, так что я здесь занимаюсь, как говорится, уроками. Дело в том, что мне сегодня позже идти на учебу, поэтому мне еще 2 часа есть, и я вот сижу, дурью не маюсь, а занимаюсь, и... Это мне мама пишет. И вот до того, как уйду на учебу, сижу, занимаюсь, потому что я приду, и у меня сразу будет экзамен, 2 часа. Потом у меня будет перерыв, и потом у меня будет английский. И все, и домой. И завтра последний день. И в понедельник у меня опять еще один экзамен по математике. Во вторник нужно сделать, за выходные сделать работу по испанскому. В общем, дело целая куча, еще хочется, еще нужно и хочется смонтировать 2 ролика. В общем, такие вот делишки у меня сегодня. Блин, так темно и так зябко. Вообще, сколько градусов на улице? Сейчас посмотрим. Погода, терраса. Ну, терраса 13 градусов. Пишет, что пасмурно сейчас. На самом деле идет дождь. Потом в 3 часа будет солнышко, в 4 будет солнышко. И по 11 градусов. Но будем надеяться, что это правдивая погода. Ну, все меняется, в общем говоря. Ладненько. Ладно, буду я дальше заниматься. Слышите, у нас шум? У нас такой град мелкий, но его так много. И такой шум создает. Кошмар. Я еще не слышала, что... У нас уже был град, помните? У нас был град, но не было такого шума из подъезда. А сейчас вообще... Шум-то. Да, погодка сегодня просто замечательная. Ку-ку! Всем привет! Привет-привет! Займа вернулся с университета и везет меня на станцию. У нас вроде уже прошел этот безумный град с дождем. И вроде уже и солнышко. Ой! Ой, видите, как у нас тут типа снег. Град. Я просто купала, было утром. Как, слушай, как этот, как икра. Все. Сейчас. Похолодало, да. Как холодный. А Ваня только ее вчера помыл. Так, главное, сейчас головой не удариться. Я только хотел сказать, чтобы ты не ударила. Ой, да, это у нас всегда так. Как только Ваня помоет машину, так сразу либо дождь, 6 либо... 6 градусов. Ого, так холодно. Это похолодало, что я говорю. Ничего себе. У меня на телефоне неправдивая, кстати, информация по поводу погоды, потому что, когда шел град, я зашла посмотреть погоду, мне пишет, что у нас солнышко выглядывает. У нас они такой градус. Они даже в прямом эфире не могут определиться. Да? Просто если они показывают в данный момент, что там солнце, на самом деле дождь, то представь, какие они прогнозы могут вообще делать. Да, так что... Да, ты прав. У нас тут жвачки есть. Все. Мы, кстати, с Ваней гуляли по магазину, и Ваня звонит на телефон. Типа, гулям, бла-бла-бла. Короче, оказывается, тренера, да, те, которые работают у нас в спортзале, звонили спросить, почему у нас с 25 числа мы не приходили, что случилось, все ли с нами хорошо. Приятно, конечно. Вот, и мы говорили, да, сначала я болела, потом Ваня болел. Вот, поэтому мы не ходили, но... Вот, придем сегодня уже. Вчера мы сказали, что завтра придем, то есть сегодня. Вот и все. Приехали мы на мою станцию. Да. Все, зайчика. Пока-пока. А мы уже в спортзал. Да, зай? Да, идем.
переодеваться и заниматься. Сидит, играет. Что ты там делаешь, а? Вроде сижу, играю. Смотри. Что, выигрываешь? Да. Подожди, он не сфокусировался. У меня 334 очка, а у компьютера 234. Ровно на 100. Молодец. Сижу. Ты такая эрудированная. И... Мы сейчас прикалывались, Катя, не знаю, будет ли это, мы будем ли это вставлять или нет. Ну, посмотрим. Возможно, да. Возможно. Если да, то вы это уже поставим после этого кусочка? Ну да. А. Не, перед. Перед? Ну да, но если они его увидят, то они поймут, о чем мы разговариваем. А если не увидят, то значит мы решили все-таки не вставлять. Посмотрим. Уже поздно, сейчас будем ложиться спать, да? Да. Блин, потух. Ты что потух? Я играю. 10:02 уже. Ага. Ой. Все, я спать. Подожди, какой спать? Держи камеру. Не могу. Держи. Не. Молодец, хорошо держишь. Я вижу, как подписчики начинают засыпать. Если кто-то смеяться, она упадет. Один уснул, второй уснул. Зая. Короче, мы усыпили всех. Все, те, кто остались, те, кто не уснули, слушайте секрет, рассказывай. Он поставил слово «пах». Вот это был секрет. Весело. У нас здесь весело. Блин, игла бы получилась, но мне не так попало. Ладно. Так, ты что-то будешь говорить? Что говорить? Сделай что? Не знаю, ты сказала, подожди, я вот жду. Да я тут сосредоточиться не могу. Точнее, ну да. Так иди чай сделай, сосредоточишься. Подожди. Имя! Имя! Я придумала слово. Еее! Еще 9. Ты гений, ты мой гений. Дай сюда руку.
Так, подожди. Молодец. Все, на, на тебе камеру. Угу. Иди чай делать. Что за слово хо? Что иди, значит слово хо? Иди чай делать. Подожди. О, молодец. Я буду тебе шоколадку есть. Я говорю, я буду слушать. Знаешь, что такие хо? Кто такие хо? Это верующие, в основном индуисты. Это народ группы мундов Индии. 1 200 000 человек. Ну, в этой группе. С 1992 года. Совсем новенькие. Я думала, хо, это в смысле хо. На испанском. Хо. Хо. А куда ты меня отправил? Чай делать. Я уже тут почти все это заняла. Бедные подписчики уже, наверное, спят. Уснули. Ой, я сейчас тоже усну. Ты так интересно играла, что все же это... Вообще классная игра. Зачем болели? Классная игра. Сейчас Ваня будет монтировать влог, и я сегодня, наверное, книгу дочитаю. Просто я ее читаю в свободное время, когда на учебе. Вот, а днем такая... Когда едешь, да? И да, и когда еду, и то не всегда. Мне там чуть-чуть совсем осталось, я думаю, я сегодня дочитаю. Юга. Ладно, да, будем обращаться, попьем чаек, и всем спокойной ночи, и всем пока-пока, ну, да, пока и увидимся. Чай попьем, и всем пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.